Более 30 редких морских черепах оказались на берегу в результате стихийного бедствия, обрушившегося 22 декабря на побережье в провинции Бантен на индонезийском острове Ява. Извержение вулкана Кракатау вызвало подводное землетрясение и волну цунами высотой до 5 метров. Погибли более 400 человек. Черепах обнаружили спасатели на пляже популярного курорта Танджунг-Лисунг. Они на руках отнесли крупных животных к воде. Ход операции сняли на видео сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. На суше черепахам угрожали нехватка пищи, хищники и обезвоживание. По словам одного из участников акции по спасению морских обитателей, на них покушались и некоторые местные рыбаки. Их с трудом удалось отговорить на том основании, что черепахи находятся под защитой закона.